Итак, друзья, всем привет! С вами я, Зазепа, и игра Evolved. От Assassin's Creed у меня уже сегодня забомбило просто за все эти серии. Поэтому я решил, сядя под вечер глядя, записать эту замечательную просто игру. Основная игра, так. И будем играть за бактерию. Болезнь, неограниченный потенциал. Это точно. Как видите, я уже прошел ее так, чисто для себя играл без записи. Чисто пару денов. Некоторых чисто там устойчивость к жаре и что-то там еще. Так, больше очков ДНК при откате возвращения. Ну, в принципе, не очень полезное, но лучше, чем ничего. Будем играть на уровне сложности. Давайте на среднем. Надеюсь. Это я уже, короче, придумал название. Какую болезнь придумать, я не знаю. Давайте, пускай это будет. Пускай это будет насморк. Не, лучше знаете какое. Хай гайморит замучает вас. Так. Вы бактерии, для победы вам нужно развиваться, распространяться, короче, по всему миру. Это все, в принципе, я знаю. Ну, для вас. Для вас отдельно засниму. Все обычно начинают с Африки, там отсюда. Вот нифига. Я обычно руинил из-за того, что я начинал именно с Африки. Лучше всего начинать с Гренландии. Это вам такой мой жизненный совет. Ну, короче, понимаю так, что нужно качать в основном передачу и качественное умение, то есть устойчивость к холоду, это нам понадобится, и оболочку нужно прокачать. Сколько она, кстати, стоит? 6 очков. Ускорим немного времени, чтобы... Так, решение отложить Олимпийские игры в Лондоне все еще актуально. Посмотрим. Так. Пузырьки ДНК, ну... Короче, вот эти вот надо щелкать. Нет, так-то я это все знаю, но для вас. Для вас показать. Успешно развили болезнь гайморит. Вы потратили очки ДНК на развитие болезни. И перед вами открылись новые возможности набирать очки ДНК. Щелкая появившиеся пузырьки. Короче, набираем. В принципе, здесь особо читать такого нечего. Сорван клумбный террористический заговор. Так, надо сесть поудобнее, а то мне что-то даже как-то говорить даже, походу, неудобно. Так, давайте. Давайте все-таки вот это. Очень утолщаем оболочку нашей бактерии. Чтобы она была более живучей. Так сказать, качественно развиваем ее. Потом надо будет пути передачи развить. То есть надо будет по воде. Чтоб наша болезнь распространялась по всему миру. Плохой способ, да? Ну и устойчивость к таблеткам. Нужно прокачать. Для нее тоже немаловажно. И лишь потом, под конец, нужно эти симптомы качать. Смертельные. Дальние почти. Че, гайморит сейчас полмира убивает. Сколько стоит? 14 очков. Ясно, понятно. Устойчивость к таблеткам. Гренландия. О. Ставим устойчивость к таблеткам. Я думаю, нам устойчивость к холоду как таковому пока не нужно. Нам нужно просто это все швырнуть дело сюда. И просто нафиг все это распространить на весь мир. Просто красный был вот. В таких вот точках. Злые ученые должны просто это сделать. Ну, сейчас только ждать. У нас уже 26. Лишь у меня подписчики в таком количестве росли, а? Али. Давайте.
пока еще в других странах никто не болеет. Сотни людей. Вирус гаймолит заразил сотни людей. Будем развивать нашу болезнь. Выбор есть, что ли? Тем более некоторые же излечиваются от нее, так знаете, то увеличится, то уменьшается. Бывает. Или просто мрут. Быстрее, чем прирост идет. О, первый ушел, все, теперь у нас в России есть вирусок. Сколько уже? 9 человек. Пока у нас по всему миру даже смертей нету. Это нам пока на руку. Кто не умрет. А, вирус мутировал. Такое тоже бывает. Так, передача. Это нам пока не нужно. Там желательно сейчас по воде, чтобы там корабли ходили, я не знаю. Ну и качество, в смысле, качество от вируса. Ясно, климат. Что там с климатом было? Холодные страны становятся еще холоднее. Я думал, наоборот, сейчас у нас устроен мир как-то. Где раньше холодно, там жарко. Где было тепло, там пиздец холодно стало. Так, симптомы. Симптомы нам пока нафиг не сдались. Может, передачу качнуть? В воде. Да, вот. Патоген может выжить вне тела в свежей теплой воде, что улучшает его распространение по влажном климате и кораблям. Стоит 9 очков. Ну, подождем. Так, еще одно очко нам нужно. Может, побыстрее сделать. И уж это так сложно, одно очко мне. О, так. Где-то мы теперь уже в Финляндии. В смысле, в Норвегии. Финляндия, она тут где-то. Где? Ладно, неважно. Кораблями. Замечательно. Сейчас пойдет вирус наш кораблями. Я, может, по воздуху надо было. Смотрите, только один такой путь. Вот из Норвегии в Россию и обратно. Ох. У нас уже 31 тысяча больных. И одно очко. Ускорим время. Собираюсь по-быстрому. Так. Самые первые этапы самые сложные, потому что главное не ошибиться в выборе, что качать. Слить здесь очень легко, победить куда сложнее. Даже на легком уровне я, наверное, сливал раза три в начале, потом уже, о, что-то уже стало получаться. По-моему, у меня там одна в последней попытке Гренландия осталась. Здорово, весь мир все, пал там, вообще нету живых было. И вот после этого я начал с Гренландии. У меня стало получаться. Два раза подряд уже получилось. Это мой, так сказать, третий раз, который я надеюсь, что получится. 59 человек. 59 тысяч человек у нас уже больные. Я ж, наверное, мышку не включил. Ладно, и так все понятно, в принципе. Пять очков у нас болезней. Так. Гаймолит у нас теперь в Финляндии появился. В Китае. Где-то в Норвегии. И в Беларуси, короче, у нас появился. О, гаймолит хорошо пошел на Украине и в Казахстане.
Ой, надо же качать, точно-точно. Так, ну давайте по воде прокачаем, чтобы больше стран заразить. В первом этапе. И можно будет таблетки качнуть. Чтобы болезнь наша просто так не лечилась таблетками. Так. Германию заразили. Тщательно. Здоровых стран у нас скоро не останется. Канада. В Канаде никого нет. Так, я не понял. Смотрите, вот они неправильно немножко карту сделали. Часть США отдали Канаде. То есть как бы США, знаете, что граничит с Россией, то есть получается. Уже Аляска. Да и Прибалтику сделали как-то криво, криво там Беларусь, Литва получается. Страны объединили. Хотя, может, оно так и лучше. Если по карте. Так, ну теперь надо сейчас развивать распространение по жарким странам. То есть будем через комаров. Хотя можно и по воздуху. Нет, давайте-ка... вот так вот сделаем. Потом еще по воздуху качнем. Заразим сейчас как можно больше стран. Крайне заразная болезнь. О, сколько очков насобирали. Так... еще комарика качнем. Но будет потом что-то из этого. Занесут ли люди эту болезнь в Англию? Конечно, занесут. Уже занесли. Да-да-да, бла-бла-бла. Раз. Два, три, четыре. Давайте уменьшим скорость будущих исследований. Тоже, в принципе, хорошая тема. Пока нам смертельные и летальные исходы не нужны. У нас уже 470 тысяч больных. После миллионов. Так. Гавайи. И Карибы заразили тоже. О, в Африке. Замечательно. У нас в России больные, больные, никто пока не стремится исследовать. Не, уже начали исследования. Ой-ой-ой, сколько у нас очков, а мы их не тратим. Так, нам пока не надо через воздух. Так, смотрим, что лучше убивает. Воздух вообще заразная, заразная была. Так, ну я думаю, пока хватит, да? Симптомы нам пока не нужны. Что-то из этого нам потребуется еще. Так, так. Так. Стопы. В принципе, скоро уже можно смертельные исходы качать. Нужно еще немножко заразность поднять. Что там, скот был? Все дела. Это нам не надо. Можно грызунов, в принципе, вкачать. Так. Ай, блин, а голубей было лучше. То немного. Ну ладно, я думаю, меха не станет. Так, сейчас хотел бы я посмотреть. Так, можно стоп. Смотреть, как насчет статистики, какие страны не заражены. Так, еще страны не заражено. Значит, еще надо потерпеть немного. Так,
Так, здесь... Во, все. Все страны уже заразили. Остановим пока на пару секунд. И посмотрим. Буквально две страны осталось. Надо подождать. Чутка. Потом... Лучше уже сейчас. Болезнь уже заразная. Очень заразная. Все, можно симптомы качать. Ай, давай. Так. Просто люди потом революцию начинают подымать. Чего тоже приостанавливается скорость исследования болезни. Так, забудьте об этом. Сколько стоит? А, 30. 30, точно, 30. Что-то там Турция. Читать. Без траты очков ДНК. А, бессонница еще. Кому-то будет. Оти-доти. Центральная Африка. Дела пока нормально идут. Так, хорошо. Так. Так вот. Все, ждем, пока народ начнет выбирать. Здесь я не поспешил. Где-то уже аэропорта закрыли из-за гайморита. Прикольно, прикольно. И все-таки надо распространение немножко болезни качнуть. Ложечка распространения. Нормально, все заражены. Можно ускориться. Не нужно. Конечно, люди с макетим будут как мухи. Аж на 25%. Тем более еще наш... Так, что это? Чематоспы. Бывает. О, начинается разруха. Все, они уже отказались от исследований. Канада. Так. Что я хотел? Так. Ты для патогена. Повышая заразность. И заразность тоже заодно качается. Способ передачи и там и так качнул вообще на ура. Поэтому все будет отлично. Ой, народ мрет. Ой, как хорошо. Нам бы что, побольше сейчас заразность такая распространяет. Что это у нас тут? Бедные страны. У нас в Африке сейчас в основном мало болеет, поэтому нужно бедные страны качать. Так, диарею и смерть. Страшная болезнь. Гайморит там что-то уже полмира. Есть возбудитель. Ой, вызывает тяжелые эмоциональные... Физические отклонения. Очень дураков сделаем сейчас. Так, не, лекарства нам не нужны. Ни в каком его виде. Африка вымирает. Лекарства сейчас уже... Не. Лекарства все уже перестало делаться. Теперь главное, чтобы эти не перемерли раньше времени. Здесь 800, 10 тысяч. Нормально, стабильно уменьшаются. Все-таки самолет летает еще. Еще и пока не сдаются. Поможет создать вакцину, что-то им там.
Бразилия. В Аргентине тоже уже последние люди. Давайте ускорим все это дело. Не-не-не, забудьте об этом. Так. Не захотелось так. Смельчаки, блин, еще летают. Я, по-моему, надо замедлить немножко скорость исследования. 28 очков. Давайте замедлим. Давайте замедлим. Так, 22 миллиона осталось. 20 миллионов осталось. Население людского. Еще кожу поражает. Мутирует потихонечку. Мой маленький гайморит. Посмотрю на эту красоту. Как красиво. Так. Так, в Анголе. Больные растут. Это хорошо. Заразность. Надо заразность нам. Передачу. Что больше надо? Он больше и не надо. Что-нибудь больше для бедных стран. Давайте это. Паранойю. Что ли. Качнем. Да, лекарства уже перестали делать. Замедлили мы их. Так, мир. 400 тысяч. Разве что в Анголе, блин. Все население осталось. Там уже пиздец, там уже остатки. Больные ноль. Жители Анголы сражаются как могут. Вместе с Ботсвана. Не, здесь выздоровели. Способ передачи по земле нужно. Суши, ну давайте так. Лезнью зараза, особенно в сельских странах. Ангола у нас какая страна? Тихо. Так. Жара. Чё это? Ангола. Так. Урбанизированная означает, да? Или это в смысле наоборот бедная? Я думаю, что это бедная страна. Да, я думаю, буду расчет на это делать. Да. И ноль. Давайте, птички, заразите вы кого-нибудь. 7. Я всегда самое обидно, когда остается, блин. Буквально одна какая-то мелкая-мелкая страна, которая там вообще никому не нужна. Эти почти тоже вылечились. А как? Кстати, перемерли или что?
больные в количестве уменьшаются. Это не есть хорошо. Давайте заразность, что ли. Мало ли заразятся еще. Или надо было устойчивость к жаре. Значит, в жаре надо было закалить нашу бактерию, бациллу, гаймолит. Ну, говорится, мы хорошо сражались. Ладно, ребят, с вами был Зазепа. Это такая немного отвлекательная серия. Спасибо, что смотрели. Лайк, подписка. Обязательно. Всего хорошего, удачи и пока.